Так, друзья мои, привет! С вами веселые грибники, Олег Кошевой и Афанасьич, да? Приветствую, ребята! Но мы сегодня уставшие, не спавшие, вечером, после работы, пошли собирать опят. Волна отходит, с деревьев спустились уже куда? На землю, вот так растут. Но мы их, я думаю, надергаем сегодня. О, как они в земельке, да? Видите, они чуть-чуть уже и расцветут. Ну, уже были расцветшие, мы собрали для этого, для икорки. Ну, и такие вот сейчас будем. Но это уже не те, это уже не те. Да, Фанасьич? Да, но мы сейчас найдем еще. Что скажешь вообще? Давай, ребятам, скажи что-нибудь. А что скажу? Скажи, все хорошо. Все хорошо, идите за грибами на свежий воздух. Конечно. Вчера духота была, а сегодня хорошо. Вообще видите? В лесу прохлада, вообще, прохлада, удовольствие. Вчера прямо... Текло. Отвели уже здесь, Михалыч, видишь? Да, вижу. Видишь, куча какая. Угу. О, смотрите, ребята. Ну-ка, покажи. Что там увидел, расцветших? Ну-ка. А, ну да. Для икорки. Это летние. Летние еще? Да, летние. Это расцветшие. Ну, это что, выкинуть? Да нет, их на икру, Фанасьич. Да, мы сейчас какой-нибудь пенек найдем. И будем. Ой, мама Джан. Ой. Вот они. Семейка. Прямо на веточках. Они спустились на землю здесь. Угу. Летние, помнишь, находили на этих, собственно. На деревьях. Да нет, они сейчас просто сухо. Сейчас найдем еще. Червивенький. Иди бери. Какие они толстые ножки. Слизень подъел, но это потому что засуха. Но тверденький. Идем дальше. Нарезали в прошлый раз, помнишь? Ага. Иди режь. И там дальше. Вон только туда. Шляпа, да? Да, желательно шляпа. Да, можно и ножки даже, наверное, смотри. Для икры. Икру сделал. Мне что-то не понравилось. Не понравилось? Ну тогда шляпки делай. Отходят опятки, отходят. Уже расцвели. Вот тут им два дня и все, они расцвели. Вот они чуть помоложе здесь. Но тоже не, уже переростки. Афанасьич тут где-то ножик потерял. Может, тоже чудо будет, как в прошлый раз. Не надо. Ох, какой хороший. Тут белых много. Только они червивые. Шляпки одни. Остаются. Пока Афанасьич ежит, опять мы... беленьких находим. Для засухи он такой червивый. Ну, не червивый, а сухой, но съедобный. Там Афанасьич опять нашел. Смотри, сколько. Да ты что? Мясо режет. На земле прямо растут. Смотрите. Да ты что? Красотища. Маленькая коряшка торчит и вся в опятах. Просто мы взгляд должны перефокусировать на них, чтобы разглядеть. Да? Вон они, смотри. Опа, пошло. И пошло по дереву, под деревьями. Вот дерево, видишь? Они такие прямо, ох. Мясистые. Толстенькие. Чистенькие, свеженькие. За пятами идет волна белых обычно. Но вот тут еще старые белые. Это не те. Это уже сгнившие. Нам надо молодые. Сейчас опята отойдут и пойдут
белые грибы. А фонарь. Подосиновики. Так. О, целая дорожка. Ой. Ой, белый. Ну, мы пошли за опятами, друзья. А тут подосиновики в полном этом. Вот, видишь, какие? Обмундирование, листики поднял. Ну, давай, я снимаю уже. Ай, красота. Что-то мы сегодня как-то не веселые грибники. Ну, да. Уставшие грибники больше. Нету брата Федора. Ага. Вот еще маленький, видишь? А вот еще одного не вижу. Вот он маленький. Так, ну-ка покажи. Вот маленький, да? А, вижу уже. Ну это уже красавчик. Вот еще один, видишь? Давай, давай, бери. А, ты только на камеру прям показывай сюда его. Смотри, друзья мои, а? Гвоздик. Вот еще один. Давай, снимай. А вон дальше еще один. Вот еще один. Да, да. Это любимые грибы Афанасьевича. Да, я их люблю собирать. Мне нравится, что они тут издалека. На. Свеженький. Свеженький. Шей поменьше чуть, это лосиных. Ой, какой он твердый. Но червивый сразу. Прикинь, вот так вот, как ширма. Не, ну, все, обкрашена, да. А тут хоп. Ну. Прямо с этой. Поел из грибницы его. О, нога все. Ну, счисти мне какие-то корзину. Шляпка, шляпка. Тишина, красота. Опята чем хорошо? Вроде место выбито. А тут хоп, вот такая коряга. Опята хорошо, что она не будет. Заходишь, а она вся вот. Ну да, они... Вся может быть в опятках, вот так прям до верха вот так находил. Но тут чего-то нету. Вроде земля сырая. Вот он какой. Свежачок. Красавчик, а? Красавчик. Два подосиновичка. Уже вываливается, знаете. Раз. Сейчас. Два. Пелясик. Еще один. Трухлявые ножки. Ножки трухлявые, да и сам он трухлявый. Ребят, как замучили эти вши. Лосины. Беленький. На, Фанач. Ползет. Уша. Ай, выполз. Так. Подосиновичек. Да, ну он, наверное, такой. Не очень. Это нормально. Нормально. Есть еще один. Волна, вот как мы в прошлом году, помнишь? Надо туда идти подальше. Да. Так. Вон он спрятался. Угу. А вот этого я заберу. Нет, это гнилой. Вот этого иди красавчика посмотри. Этого я заберу уже. Ай, какой красивый. Свеженький. Прямо. И не червивые. Идем, идем. Ну, мы как бы шли за опятами. Может, пенек где нацепим? Старт, мотор. Поехали. Беленький. Не, он не мой. Нет, он не гнилой. У него хорошая шляпка. И вот второй. А ну, попробуй. Этот труха. Труха. Такой огромный подберезовик осенний уже. Красота.
Красота. У нас еще дадим. Иди, брат мой, тебе. Свежачок. Перешли болотца и пошли по осинам. Это реально красивый, да? Такой прямо сочные цвета. Аж глаз радует. Да, под осиночек. Вот, вот вам опята. Ой, какой жирный. Тут диетическое мясо. Они. Вот здесь с этой стороны. Ну, вот, да, я знаю. Вот они. Вот они. Все будем резать сейчас. Да, я с этой стороны порежу, ты скажешь, да. А? Видео снимать. Буду тут ребятам показать. Ой, какая красота. Вот таких, да, пеньков побольше? Да, пеньков вот 5 таких. И махонький тут, и крохотный. Так ты что? Вот они растут вверх еще молодые, тут по осине аж полезли, да? Угу. Должны были на березе, они сказали, мы ничего никому не должны, да? Молодняк полез. Осиные мухи атакуют, запарили. Ух, жизни от них нет. Фу, кыш, прям атакуют. Фу. Бросаются прямо. Подосиновики. Подосиновики. Ну какой. Спичечка. Идем на выход. Час походили. Отдохнули, набрали грибочков. Немножко опят белых. Подосиновиков. Подосиновик под березу. Ну где-то по ведерочку мы дернули. Да, корзины очень большие. Корзины у нас. Большие. Вот так мы надергали так для жаренки, в общем. Так что, друзья мои, ставьте лайки. Будем еще снимать вам видео, но надо все-таки выбраться так нормально, чтобы грибной день был. А то мы все вечером до вечера выйдем как на выходные, да снимем хороший ролик для вас. Так что увидимся. Пока-пока. Колокольчик не забудьте нажать.